Женщина-таксист торопилась на работу и вновь попала в сводки автопатруля. Перевертыш на Василковой. Улица Василковая. В автомобильном потоке движется автомобиль такси Toyota Plus. За рулем авто – леди, которая торопится на заявку. Дальнейшее можно восстановить только по рассказам водителя, которая не сильно стремится идти на контакт с журналистами. Передние колеса автомобиля клинит, водитель не справляется с управлением, автомобиль заносит и переворачивает. Пассажира в машине не было, сама автоледи получает в аварии незначительные травмы. Первую помощь ей оказали подоспевшие на место происшествия врачи скорой помощи. От поездки в больницу женщина отказывается. Надо отметить, что водитель автомобиля такси Toyota Plus уже не первый раз становится героиней наших репортажей. Не далее, как в минувшую субботу, женщина подрезала другого автовладельца на авангарде. Правда, в тот раз такси обошлось меньшими повреждениями. На этот раз машину придется увозить с ДТП на эвакуаторе.